строчку подпевай, подпевай. Ир, день, давай арестовай. Ир, день, кружи, кроши, ломай. И так, в дуэте вы и мы. Давай, давай, ир, день, зажигай. Эй! Привет, Чернигов! Победить? Нет! Мы приехали в Чернигов для того, чтобы найти девушку для этого шикарного, знойного, жгучего, ирпено-молдавского усача. Требования у него очень и очень жесткие. Девушка должна быть живой. И все. Это полиция Майами? Это безнадежно. Ну, хотя бы рассмешим. Команда «Ирбенчане»! О! Да я не рок-стар, но моя гитара горит. Это так просто, если ты почувствуешь жизнь, но не бойся. Представьте, обычный парень впервые идет на свидание. Ему помогает очень крутой друг. Подвинься. Не туда. Руку на плечо. Ей на плечо. На другое. Просто обними. Да. А теперь плавно переставь руку на колено. Да я не рок-стар, но моя гитара горит. Это так просто, если ты почувствуешь жизнь, но не бойся, не пускай провалится полный. Мало кто знает, но в Германии тоже бывает любовь с первого взгляда. Augustin. Все мы видели разного рода онлайн-тесты, но ведь они не с неба, между прочим, берутся. Есть же люди, которые их придумывают. Ну давайте рассказывайте, что у вас там есть. Онлайн-тест на беременность. Давайте что-нибудь попроще. Ладно, есть вот кое-что интересненькое. Тест, который определяет, что вы больше любите, апельсин или мандарин. Хрена себе. Мне интересно, а давайте-ка. Давайте попробуем. Значит так, тест, который определит, что он больше любит, апельсин или мандарин. Первый вопрос. А что вы больше любите? А, апельсин, б, мандарин. Б. Мандарин. Значит, вы творческая личность, вы идете к успеху, вы просто классный парень, и вы любите мандарин. Гениально. Да. Гениально тупо. Есть что-то нормальное. Давайте, значит, тест, который определит ваш психологический портрет. Первый вопрос. Представьте, вы проснулись в теле Корнелюка. Что вы сделаете? Опомнитесь, проснитесь, выспитесь. Или вы будете вести себя спокойно, как будто там, где-то там горит очаг, как вечный знак забытых истин. Высплюсь. Вы псих. Вы вообще понимаете, что вы говорите? У вас ну хоть образование есть? Конечно, я учился в университете, там было 3 факультета. Какие? Экономика и право, физкультура и лево. И хорватская мифология. А еще был заочный факультет школьных лесорубов. Кого? Это очень престижная профессия. Вот представьте, урок. Учительница спрашивает. Новая Зеландия плюс Днепр-Сливник. И что, в классе лес рук, и тут заходит школьный лесоруб, и хрясь! Р-
ради бога, уходите, уходите! Да я не рок-стар, но моя гитара горит. Это так просто, если ты почувствуешь... А у древнегреческих богов тоже были свои проблемы. О, привет! Да я не рок-стар, но моя гитара горит. Это так просто, если ты... А после реформы милиции в Ирпене появилось новое тестовое подразделение. Фэшн-полиция Ирпеня, стоять, не двигаться! В чем дело? Я обычный бомж. Оно и видно. Ты попал. Что я такого натворил? У тебя нет стиля. Ого, предъява, предъява. Давайте поедем в отделение и там погреемся. Куда? 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 Больше фэшена в голос. Куда? Ну за решетку! Не понимаю. Хэштег. И вообще, какая разница, как я выгляжу? Что? Сегодня, ты понимаешь, сегодня ты урод, а завтра ты... О, действительно, какая нам разница? Как, какая разница? Вообще-то красота спасет мир. Смотри. Fashion is my profession. Yes. Солнце светит ярче и теплее, чем все твои проблемы, чем все твои запутанные слезы изнутри. Друзья, а в конце песня, которая посвящается плановым отключениям электроэнергии. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Камон! Лететь куда ни попадя или идти путем иным. MC Ирпень. Заполнять вагоны под землей или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить, что выход нет, но выход есть всегда. В темноте летай, летай со мной в темноте. И все вместе! Летай со мной в темноте. Летай! Команда «Ирпеньчане» из Налогового университета. Всем спасибо! Поставить на паузу и пересмотреть этот